Здравствуйте, вы слышите Алексея Халецкого, и в ближайшие несколько дней я планирую вам показать FFA сериал Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за кхмеров. Против меня 6 соперников, то есть всего нас будет 7, но играем мы на карте для 6 на Пангее. То есть будем немножко так тесновато. Против меня Австралия, Корея, Бразилия, Франция, Египет и Индия Ганди. Прошу не писать в комментариях без содержательных спойлеров и, конечно же, воздержитесь от оскорблений участников. Приятного вам просмотра. Я предлагаю еще раз перед началом проговорить окончательные правила, на которых мы остановились. Значит, можно захватить себе только один город-государство, все остальные, если ты захватываешь, то ты должен его уничтожать. Запрещены Венецианский арсенал и Галикарнасский мавзолей. И что с ядерками? Одна ядерка, то есть первая бомба, и две термоядерки, вторая оставшихся на игру. Просто вот, да, если даже наш строй остается, все равно только мы 3 штуки можем сбросить, считай. Все, удачной игры. Ну да, но ты-то заливал обратное, поэтому я и не пойду через верх. Отлично. Заливал обратное. Появление. Это еще один вариант развития. Появление, блин, кхмеров в тундре. Мы тебя реалисты за то, что... Фигня полная. Зарабатываем больше бабла, а не... Да мы знаем, ты стяжатель, ты там по 16 тысяч копишь каждую каточку. Я бы не хотел, конечно, ходить, потому что... А потом вылетаешь, и комп все за тебя сливает. То есть, в принципе, есть говоришь, клетки для обработки. То есть, а это, например, оставить для районов, потому что у меня как раз в некоторой степени 16 способность... тысяч лучше, чем 10 тысяч веры. Способность кхмеров получать бонус от районов на реке. Но сейчас я вам конкретно расскажу. Так, кто там еще не загрузился? Я. Вот, сразу варвары. Здорово, а у вас бывало так, что вы загружаетесь, и у вас сразу лагерь варваров? Да. Было так. В одной клетке было. Здорово. Я так рад. А у нас морские нации были? Нет. По-моему, нет. Раз, два, три. То есть, например, вот я могу еще тут... Ну вот реки есть. Да, и карта у нас на 6, да, я так понимаю, размер? Ничего не перепутал. Я думаю, на 8. На 8 все-таки? Нет, на 6 я постоянно. А на 6? Священные места дают 2 пищи и 1 жилье, если находятся на реке, и активируют культурный захват. О, да. Также 3 веры и 1 удовольствие от развлечений в каждом городе с акведуком. Ферма рядом с акведуком дает плюс 2 еды. Вот. Ой. Надо думать о том, чтобы священные места на реке ставить и... Акведук. Да. Это ты ликовал, да? В чатик, о да. Все нанятые в этом городе сразу получают способ. Ну это так себе, если бы тут он больше давал веры. Что, город не поставил. Ладно, буду я ставить. Ну, сейчас не отображается в режиме онлайн. Счет поменяется только после завершения хона. Ну ладно. Так, с чего мы начнем? Я бы, наверное, тут с прачников начал, потому что как-то мне не нравятся эти варвары прям рядом со мной. И пойдем. Тут орошение требуется, блин. Камень. Давайте, наверное, горное дело тогда откроем. Вот нету фермы нигде построить, к сожалению. Ну вот мне вот тут нравится город. Не на побережье, а именно я тут. Я думаю, что стоит обговорить таймер. Первый. До скольки ходов хотя бы пол таймера? То будет у нас не будет выпивать, что тебя откроют. Ну, ходов 50. Да, договорились. Ходов 50, пол таймера. Так, а все походили? Да. Вроде да. То есть это переход хода такой? Угу. Блин, как бы он сейчас не нагенерировал мне кучу варваров. То есть уже на второй ход скаут прибежал к
моим границам, увидел. И сейчас будет. И сейчас будет очень плохо. Да. Хотел бы, конечно, еще чудо найти где-нибудь. Ну и, соответственно, при этом не попасть в нормальный век, хочется в темных веках оставаться. Да, по-моему, сейчас. Сейчас нагенерируются. Я же еще, кстати, не имею плюс 5 боевой мощи против варваров до сих пор. Но они вообще тут должны появиться. То есть я сейчас апнусь, юниты появятся тут, пойдут на мой город. Тут у меня хотя бы пращник есть. Но вообще, очень неудачная ситуация, откровенно. То есть я тут вынужден вначале не развитием скорее заниматься, а прям сразу войной против варваров. Не, вот тут хороший город будет. Тут и пшеница есть. А не, что-то ничего никто не появился. Странно. Хм. Ну окей, так, что у нас тут с городом? Конечно, могу вот... Может, включиться лучше на пантеон насобирать. Хотя, с другой стороны, мне тут какой-то особый пантеон-то и не нужен на данный момент. Кстати, я могу... Стоунхендж построить. И оно того стоит, я думаю. Сижу, блин, занимаюсь пилением варварского лагеря. Блин, я бы вот эту клетку лучше купил. Тоже две еды, два производства. Орошение. Наверное, сейчас куплю следующим ходом. О, я кого-то встретил уже. Корея, привет. Привет. Рудник, каменоломня. Интересно, где я его встретил. Так, давайте куплю эту клетку. Все-таки. О, еще редкий ресурс. А где мы с тобой встретились? Ты моего дуболома увидел? Нет, я твои границы вижу. Блин, интересно, где он? А, вот вижу я тебя. Так, надо вообще города строить. Там какой радиус? 5 клеток между столицами. Раш Корея. Отлично. Раш Корея. Так то, блин. Почти в той игре, где я за Корея, у нас Рим был. 6 клеток. Ну кто тут должен страдать? Нафиг. Должна страдать Корея. Корея рождена страдать. Или рабочего лучше. Давайте, наверное, рабочего. Он выбирает. Уже пантеон, 7-й ход. А у Кхмера нет какого-то бонуса на веру? Там, может, там ГГшка? Там несколько вариантов. Либо домики, либо ресурс, либо ГГшка, да. Блин, очень неудобно, если ставишь город не на первый ход, потом значок, куда поставить город, не исчезает. Ну, это баг, да. Нет, оверлей сейчас включу. Нет, все равно не работает, блин. Так, ладно. Что, есть какой-нибудь континент? Нена. Какой континент? Нена. А, блин, кстати, я опять... Я появился на пересечении двух континентов, и тогда не дают эту Эврику, прикиньте.
Да, у меня еще не было с трех континентов. И причем не Нена. Остальные три. Тебе повезло, что ты на всех континентах. Один из континентов занимает клеток, наверное, суммарно 30 полной тундры. Ну, мне надо где-то вот здесь ставить город. Раз в сторону. Я корейцы. Не верю, что это можно назвать везень. А это все бегает. О, этот с этого лагеря, прикиньте. Опять Карфаген около тебя. Ну, приходи, гостем будешь. Ой, снова тяжело японец. Нет, я не японец. Снова Moonlight с фантомом граничит. Ну нет, тогда мы не очень граничили. Ну, я имею в виду в одной катке же граничит. Ну, в Гнескифе и Корея была. А, да, точно. Ой, когда это было? Да, мы даже втроем граничим. Ну, потому что тут где-то Корей... скаут атакует город, нифига себе. У вас я не вижу пересечения континента, значит, можно расслабиться. Около меня Мунлайта нету. А вы видели, чтобы одинокий скаут приходил и город атаковал ваш? Да. Ну, если да, лагерь варваров. Бешеный скаут в одиночку, главное, такой, типа, растирая слезы по лицу. Ты разрушил мой лагерь. Кажется, я вижу Бразилию. Это я вижу Бразилию. Или Бразилия, или Египет. Ну, он, видимо, туда идет, потому что он как раз там не исследовал. То есть он где-то вот тут. Поселка. А ты видишь... Да, три. Лагерь с копейщиком недобитым. Я бы тут скорее поставил. Ты мне? Да, тут камень, лошади. Виктус. Нет, не вижу ничего. Сейчас я просто вижу, копейщик сидит в своем лагере, и он недобитый. 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 Ну и где-то, и четвертый город где-то вот тут. Видимо. Я попробую добить. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Если вы сомневались, заходить ли в игру, потому что вы там ничего не поймете, то сообщаю, что разработчики улучшили обучение, добавив кучу пояснялок с картинками в формате комиксов. Да и развитие теперь ускорилось. Так что заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и используйте кодовое слово «Лёша играет». Кто Стокгольм встретил? Да, пойду, наверное, Стокгольм, алмазы, значит, обработаю сначала. Я? Тут море. Странно, где ж корейцы тогда? Это же даже море, не озеро, по-моему. Хотя тут пока непонятно. Еще давайте еще одного прачника, а потом поселенцев. Все правильно пока. Фантом, выноси сразу Moonlight, чтобы проблем не было в конце игры. Не прям еще найти для начала. Ну уж вроде соседи. Ну извини, он все-таки за Австралию. Не так-то это просто. А, ну да. Австралия всегда сложно. Диггеры придут. Ну там не то что диггеры, ты просто получил буст в Бразилии. Интересно, считается ли этот убитый варвар, этот скаут, который убился об мой, это об мой город, что я его убил? Здравствуй. Да, это озеро. Ага, вот где кореец. Да, надо тут привет, город ставить. Привет, что по армии смотреть. Слушай, кореец, ну мне как бы есть куда города ставить? Ты тут ходишь, смотришь, ты же понимаешь, что ты не будешь сюда города ставить. Мы можем как-то и в мире жить. То есть я думал, ты где-то сверху, а если ты там вот справа, то норм. У меня слева есть места. Можем как-то договориться, в принципе. У меня вроде бы справа есть.
конечно, договорились скорее. А если нет, то минус скорее. Просто не хочется сейчас воевать вообще в начале, да. Корея вообще за БС. Я уже повоевал, как ты себе помните, вы смотрели за Голландию. ФФА сериал, то не особо охота появился. Француз, я там хочу город ставить около твоего прачника. Есть какие-то возражения? Стрельбу из лука и обработку бронзы, здорово. И колесо прокачали, потому что ресурс. К сожалению, я поставлю там город. Но не думаю, что он будет тебе слишком мешать. Две клетки шахты на ресурсе. Две клетки. Так, надо вот тут смотреть, где четвертый я город. Я ставлю ставить. Город. Второй. От трех клеток от моей столицы. Три мах. Звучит легитимно. Ну, дальше к тебе не пойду, мы можем дружить. Договорились. Так, ну эти... Это, наверное, все-таки его лошади будут. Я думаю, что у него столица вот тут где-то стоит. То есть третий радиус лошадей у него есть. Надо им я понимаю, что ты мой единственный сосед. Так, надо идти камень обработать. Ну, у меня вот лошади. Хотелось бы побольше, конечно, лошадей. Но мне надо еще, надеюсь, тут еще будет лошади, тогда я просто смогу, например, всадников. Блин, ну надо орошение открывать, к сожалению, без... Хотя... Чё спешить-то? Давайте обработку бронзы. Железо важно. Угу. Ну, отличный старт у Кореи, блин. Смотри, бразилец, я лагерь забрал. Он уже явно... Поэтому варвар может воровать у тебя почву. Он уже нет, явно поселенцу сделал. Ну что, сбегать вниз тут, посмотреть пока. Что тут? Вот у французов прикольная музыка, да? Классно, не, ну реально классное место, блин, офигительное место у Кореи, начальное. Завидки берут. Так это может дружбу тогда заключим. Спрогнул по себе. Мои домики. Я в них в одной клетке был, тут двух. О, первая руина за игру. Нормально, да? Раз, два, три. Ну где-то здесь или здесь сейчас надо. Египет, а ты вообще далеко от этого места? Да не очень. В клетках в 8. Открыть территорию и понять. Типа и этот. Мы опять соседи все вместе. Что-то мне это не нравится. Как видишь, да. И он где, на севере или на юге? Ну он, как я понял, на северо-западе от меня. Ну еще три поселенца подряд сделаю. Быстро поставлю. Кластер такой. Потом можно уже и думать, чтобы Корею сносить. Почему нет? Ничего.
тут такой жесткий замес с варварами. Обстреливай, кореец. О, я нашел континент. Хвала богам. И Халецкого где-то нашел. А, вижу, не нашел. Видимо, Тарик Чушка где стоит дуболом, Лёша. Это разграничительная линия, типа? Ну, наверное. Пересечение всех миров? Нет, почему? Там же нету пересечения континентов. А, ну, вообще... виду. Я имею в виду, что пересечение интересов. Так, давайте пока международную торговлю. Мастерство лишний ход исследовал. В общем, тут за этой полосой джунглей река, вот на этой реке я. Ты это кому? Индусу. Все такие дружелюбные. Так, ну и третью клетку. Третью клетку мы обработаем. У меня нестрёмное предчувствие, что я в центре мира снова. Забавно, но теперь можно по этой по лояльности определять, где города находятся. Да, даже да. Если не видно границ. Ну тогда. Интересно, почему мне тут предлагают ставить, а не тут? Ну вообще здесь, наверное, действительно лучше. Сначала понять не мог, куда скаут лагеря делся. Потом допитывал, что это морской лагерь, походу, варваров. У них же скаутов нету. Или я ошибаюсь? Блин, ну тут еще, конечно, можно было бы говорить, но так, такие, такая тундра прям откровенная. Пойду, наверное, сюда. Обработаю лошадь, когда город этот будет поставлен. Душа, а твоя столица далеко? Ну, вообще твоя территория от этого дуболома. Да, далековато. Типа египетская столица прямо здесь вот. Где? Где? Ну, повыше, повыше. Ну вот. Если видишь далеко от этого лошадей, то в двух клетках от лошадей. Я вижу только камень. Ирис. Так, давайте думать. А где мне вообще? Вот три. Коней я не вижу. Ну, предположим, пока вот здесь. Ну они за лесом. Тут лес в две клетки. Полоса довольно длинная. За этим лесом в двух клетках река. За рекой в двух клетках. Будет я. Такой плотненький кластер из городов. Тут престиж минус 20. Мне нравится. Престиж. Лично. Да. Лояльность может. Ой, лояльность, да. Скаут не должен захватывать. Рабочего. Египетский поселенец без охраны. Египетский поселенец без охраны. Старая долгая байка. Вот и как я люблю домики. Да, не построил место. Скаута, дали из домиков скаута. Надо очень спешить с поселенцами, прямо скажем. А, то есть ты направо выходишь от меня. А, не, я вижу там почему-то кхмерские границы. Ты справа про кого говоришь? Ну, от скаута.
Египта. Справа кто от тебя? Ну, я вижу твои границы. Я понимаю, с этого. Я тебя два раза спросил один вопрос, ты мне ответил какие-то на два других вопроса. Говорю, справа кто от тебя? Ты. Кхмерские границы, говорю же. Границы. Я не могу быть от тебя справа. Не Нет. знаю. Я тоже вижу кхмерские границы. Ну, вроде кхмерские, не знаю. Ну, золото темно-синее, это ж кхмери. В тундре. Да, в тундре это здорово, конечно, появление кхмеров в тундре. Исторично. Это вместо России, видимо. Ну, тварь тупорылая. Вся Минкс. Он во всем виноват. Не пикнул Россию. Лучники. Так, стоим, ждем. Бразилий, ты кого-то встретил? Нет. У тебя здесь такие места внизу, просто одуреть. Я уже тебе завидую. Кореец прямо под тобой в лагерь варваров. В курсе, да? Ну, догадываюсь, оттуда пруд. Черти. Черти пруд. Но его не видел. Привет, Египет. Вообще, вы знаете, я подумал, что лучше вот здесь ставить, потому что тогда я до какао дотянусь. А здесь нету никакого ресурса. А тут какао уникальный. Надеюсь, что там никто город не ставит. О. Вот вижу египетские границы. Столицы. Это города Индии. Блин. Тварь разведчиком индусская. Никого встречать. Ну это трындец. Просто. Так, с корейцем мне явно дружить надо. Получается, сейчас уже некуда. Ну, сюда-то я поставлю. Так, еще раз, у нас защитник веры не забанен, да? Нет. Уже верно. И никто не идет в религию. Чуваки. Ну, религиозная нация у нас на карте, как думаешь? Чтобы построить. Блин, надо идти тогда. Место, не обязательно быть религиозным. Просто Россия строит их быстро. Потому что это у нее уникальный домик такой. Есть список относительно религиозных наций, есть список чисто религиозных. Вот я Бразилия как-то относительно религиозная нация. Что у него джунгли есть бонус. С хрена он вообще сюда приперся, вот так поставил город. Что это за издевательство? О, железо есть, отлично. Да, вот сюда надо ставить, правильно. А, давайте коляски откроем и пойду колясками сносить индуса. Это... Ну, тут как-то без вариантов особо получается. Если кореец мне не мешает, то индус очень даже мешает. Мне реально некуда города дальше ставить. Там кавалерия, здесь военная традиция ускорена.
Да, тут вот город лучше, чем где я тут хотел или тут. Там, конечно, может тоже есть территория, но это не неудобно совсем. А он еще так город поставил, что он просто даже прибежать не сможет. Помогать самому себе. Ну, в общем, у меня три города вначале будет. Я уже тремя городами буду. Скауты патрулируют территорию Кхмерии. Заканчивается. Точно. В Египет же выгодно посылать караваны. Да, да. Его можно не убивать. Лёша мне предупреждение отсылает. Так. 20-й ход. Значит, будет война. Это Нео просто не то сказал. Как у нас, как я могу ему предупреждение выслать, если у нас дружба? Я имею в виду, вы слишком близко селитесь. Ну, ты имеешь в виду, но это не предупреждение же. Это предупреждение. Предупреждение — это то, когда вот, осуждаешь. Ну нет, осуждение, а есть именно предупреждение. Но это же не к войне ведет. Но это пока. Это война. Это пока. Что это не война. Ой, война. Все это быстро переходит из одного в другое. Да ладно. Предупреждение, осуждение. Нет, давайте рабочего. Война. Ядер. Не надо, ля-ля, это три ядерки всего нужно. Ну вот, и все можно пустить в соседа. Нафиг. Да ты у нас любишь соседей, ты надо. И... В смысле? Что за предъявы? Мы вообще так никогда не делаем. Мы всегда играем честно. Сейчас посидим в манты по самую мирную нацию. У него там слоны, понимаете, у индуса его, что ли? Надо как-то... Да, это Лёша на столице оказался. Лёша теперь с двух сторон за это, зажат. Ты поставил ему город в столицу? Так я откуда знал, что у него здесь столица? Он меня спрашивает, а его границ? Он ничего не конкретизировал. Хорошо, хорошо. Это хорошо. Я тупо границы увидел около гор, которые я обошел с севера где-то. Ну, Египет копит поля. Скорее этих поселков. Да, коплю. Посмотрю, он там уже на втором месте по военной мощи. Коляски уже выбрали цель. Египет, привет. Ну, привет. Так, подожди, Египет, а слева от тебя кто-нибудь живет? Да. И сверху живет, и снизу живет, и справа живет. Это Египет, центр мира. Да. Когда слева это уже это конец карты, тут у меня там на побережье города стоят слева. Ну, там же бразильцы были. Да, пойду вот прямо в военную традицию. Так. Так что, ну, посылайте все ко мне караваны. Чтобы разбираться с индусом. Лучше войска. Караваны. Военная традиция нужна для этой вот карточки плюс 50% к юнитам кавалерии древнего мира. Короче, Франция посылает шапки, я слонов. Тяжелую колесницу. А этот онлайн за кого там?
Я за диггеров. А, ты диггеров. А куда вы их посылаете? В Египет. А это караванов. Вместе караван. Помыть сапоги в Ниле. Серж, ходи, Серж. Ну, то есть ну, я посмотри. Так понял, что Египет, Индия, я и Корея, мы так все рядышком находимся. Да, а мы остальные... все рядышком. Не, смотри, вот я в центре, да, снизу от меня индус. Ты всех справа нашел? Это инду... кроме одного, Инвиктуса не нашел. Ну, так может, мы Инвиктус... Инвиктус, наверное, под Бразилией. Опять Инвиктус на краю мира. Сейчас найдешь Инвиктуса, получишь нормальную эпоху. Блин, что он за мной пришел? Прикиньте, вот с этого лагеря вышел и пришел за мной. Звучало как угроза. Какое животное. Бразилец просто в крутейших местах водился. Крутейших. Прям ты хоть возвращайся, чтобы с этим копьем разбираться. О, мне в Мемфис две еды дают караваны. Говорю, в Египет хорошо караван. Даже странно как-то. Хорошо будет, когда ты союзы изучишь и союз со мной заключишь. Ну, с тобой можно. Не то, что с Мунлайтом. Да что вы такие все злые? Вообще, конечно, я могу еще начиная просто... Просто двух человек, от тебя пригар. Сочный. Просто влиять лояльностью, конечно. Не на ровном месте. Бразилец, ты там с кем живешь в сельстве? Не с кем. Только а с тобой. Так вы вдвоем там? Так мы с тобой на острове, что ли? Тимплей. Дружки-пирожки. Ну, предлагаю дружить пока. Кстати, пока. Чуть не забыл. Надо же всем дружбу объявлять. Ты вспомнил только. Вовремя. Как поселков без охраны вести. Так. Египет. Ну вот как он сюда будет добегать? Я не представляю. Как он поможет Чинай? Египет неудачно стал еще. Еще под чудом. А мне не жалко. Найду. А, ну, Корею вижу, то есть. Что-то мы плотненько в южных широтах появились. Так это вроде хорошо. Продолжаем брачников, просто у меня. Плюс 50% к производству всего этого, так что имеет смысл. Варваров, конечно, много. Что по армии? 51. Я бы сказал, обратно. Меня относительно мало. Ну, у меня 4 рядом с моими границами. Вы что, просто уставай отпихиваться от них? Че, устаю? Сказать, что они в восторге, ничего не сказать. Ну, не знаю, у меня это единственное, просто, ну, индус... Сделал все, чтобы я с ним воевал. В восторге тогда, когда варвары появляются около коней. Сколько рядом с тобой? 7 ходов. Ох, ну вряд ли я упаду в нормальную эру, слава богу. Так, колесо. Но я пока не буду без карточки, я не буду пока строить ничего. Лучники какие-то ходят. Скаутом ходил в Египет. Где? А, интересно. Военную тактику ускорил. Это у нас. А что? Ничего интересного. Мне на Корею хотелось посмотреть. А у нее границы закрыты уже. Так, военная тактика это что вообще?
Военные традиции это одно, а вот. Да военные... не так легко выйти в темный век-то, а? Кому? Вообще. Слушайте, а военная тактика это где такое вообще? Что это? Вы мне написали, что я ускорил военную тактику, что я не могу найти, где это. Может, оборонительную тактику или военную тактику. Вот именно, что я смотрю. Вот именно, что была военная тактика. А, не, нашел. Нашел. Это что-то как-то далеко. А, все, я понял, да. Уничтожил врага при помощи копейщика. Это там, где темпло-майор. Кто тогда искали, кстати? Пока все мы в 2080-м до Рождества Христова. Алексей уже в 1000-м до Рождества Христова. Почему? Я только ускорил. Я же не вышел туда. Я имею в виду. Идеологически, если можно так сказать. Ранняя империя. Полтаймера. Ты не прав, кстати, понимает насчет Египта. Он с памятник коляски, опрашников. Да это тоже можно. Но я все равно вижу просто, что у него военная мощь там росла какое-то время, а потом перестала. Построил 3 прачника, чтобы ускорить луки. Ну, точнее, арбалет. Ты такой проницательный. Не, я просто изначально опасался за свою жизнь, потому что я-то близко к тебе живу. Или там колясочка. Оху, и приедут рашки. В общем, все как любят. Так, Египет. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, как ты думаешь, насколько целесообразно уделять тебе? Я думаю, хватит. Ну, очень. Мы бы это быстрее строили эти компаса на плюс 10. Агрессивная колонизация. Я даже город не могу ставить. Как только я его поставлю, я получу очки эпохи за то, что он рядом. Блин. С чудом. Соответственно, выйдет в нормальный век, поэтому мне придется до конца эпохи стоять просто 5 очков. На месте. Мне может не ходить никуда лучше. Бедняга. Эх, вкусненько, Романа, уйди. Блин, может этот купить? И в этой игре Лёша будет воевать. Ну, да, воюю. Вот сосед, надо его запомнить. На каждом видео у Лёши первое, что он делает, когда видит соседа, ну окей, как мы будем его захватывать? Когда мы его будем захватывать? Когда мы тебя будем захватывать? Это кто сейчас говорил? Меня не надо. Кто сейчас говорит? Австралиец это. Австралиец, так, я себе пометил. Австралия, плюсик. Очень воинственный игрок. А кто так меня встретил? Надо было бы меня встретить. Строители прачников. Ну, извини, лучше монумент я построю. В общем, мне бы, конечно... Ну вот, я всех нашел. Мне бы... Наверное, раннюю империю. Ну, два хода на международную торговлю, чтобы караван. Ну, себе тоже. А, подождите, а нафига мне тут монумент? Мне тут монумент не нужен. Я не хотел. Оно само. Строители построили. 4 человека. Два хода как раз. 7 выходят нормальный поход. И Лёша, кстати, идет по моему ветке. Конечно. Захватывайте ответную Австралию. Ну, скорее Индию, скорее. Короче, пока я все равно жду до конца эпохи, я отойду.
Пращники тут корейские бегают. Так. Рост, рост. Ну давайте, наверное, уже колесницу ставим. Один ход. Я думаю, тут стоит побыстрее это все сделать. А вместо письменности давайте уже откроем стрельбу из лука. Потому что я уже больше прачников не собираюсь. О, а куда это у тебя караван бежит? В Харихаралаю, что ли, отправил? Индус. Это города. Они ж невкусные, не то что египетские. А, к Египту? Ну, собственно, выглядит, как будто он в мою сторону бежит. Он похож... А, не. Дорога налево заворачивает. Точно. Да, она выглядит, словно он через тебя собирался идти. If men make war in slavish obedience to them. Налажали. Индус там лаг забрал. Почему забрал? Лагерь. От Мемфиса слева. Так, а я плантации-то открыл? Не открыл. Ну, ты доволен? Счастлив? Мне, кстати, надо ферму построить, значит. Я как бы на нее тоже покушался. Ну, извини. Надо было раньше толкать идею. А распили совместно. Вот там рядом со Стокгольмом. Много кого. А, что-то я раньше времени открыл. Еще один город. Не моему готовым за счет судьба. Чего непонятно. Наверное, за счет жителей, кстати, надо проверить, как они тут. Стать чем-нибудь новым. Чей-то нации. Два. Надо вот тут железо прикупить и обработать его. Так, здесь что? Здесь все окей. Здесь растем. И это, да. Я так понимаю, налево от Египта опасно идти. Много соседей там. Да, тут сейчас я их найду и нормально век тоже. По лояльности. Пока плюс 3,2 у него здесь. Он явно сюда посадит Виктора, например. Ну, по идее, лучниками, вот я отсюда прихожу лучниками, обстреливаю, отсюда захватываю колясками. Ну, чтобы не через речку атаковать. Должен упасть город. Что он тут строит? Амбар. Нафига, интересно, в городе с рекой амбар изначально? То есть, как бы... Оно и так растет, по-моему. Очень много прачников, девушки. Ну, на меня варвары постоянно нападают. Вон, кореец может увидеть. Ты видишь, я даже копейщика прокачал. Ну, в смысле, копейщиком убил. Юнит. И самое, знаете, какой прикол? Вот кореец, позже я сказал, что у тебя внизу лагерь, да? Ты его, наверное, уже убил. Да. Я так к нему вот подошел, там был копейщик. Я подошел туда прачником. Думаю, ну нафиг, пошел прачником обратно к столице. И этот копейщик за мной до столицы, за этим прачником дошел. Он бросил лагерь тот, он находился в лагере, бросил лагерь пустой и пошел за мной. Мравый воин. Так, слушай, да. Давай ты, индус, не будешь по моей территории вот тут бегать, потому что я обрабатываю клетки, а ты как раз пришел на ту клетку, которую я хотел встать туда рабочим. На тундру шутишь? Да.
тундру не обрабатываешь, что ли? Не, причем тут обработка? Я хотел встать туда юнитом. Ну а чё, в тундре есть олени, табак, камень, холмы. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.